В Архангельской области создается образовательно-производительный центр «Профипром». Соглашение о его создании по федеральному проекту «Профессионалитет» подписали сегодня глава региона Александр Цибульский и руководители лесопромышленных компаний и профессиональных учебных заведений области. Образовательно-производственный центр «Профипром» начнет работать в Архангельске со следующего года. Сегодня мы подписываем соглашение о создании образовательно-производственного кластера «Профипром» с целью подготовки ускоренным образом специалистов для лесопромышленного комплекса. При этом я хочу отметить, что мне бы очень хотелось, чтобы ускоренная подготовка не означала снижение качества, а наоборот, ускоренная подготовка должна подготовить ребят к тому темпу работы в современных условиях, которых от них ожидают наши работодатели. Благодаря интеграции колледжей и организации сектора экономики Поморья стала победителем конкурса отбора Министерства просвещения России на предоставление грантов 100 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на модернизацию инфраструктуры профессиональной образовательной площадки по подготовке кадров для лесной отрасли региона Новодвинского индустриального техникума. Сейчас в первую очередь это согласование и разработка в первую очередь перечня оборудования, необходимого для того, чтобы оснастить новые мастерские и лаборатории учебно-производственного комплекса нашей базовой организации. Основными партнерами центра выступают Архангельский ЦБК, Титан, Лесозавод 25, Новодвинская ремонтно-строительная компания и Архангельский фанерный завод. С 2023 по 2025 годы на проект они направят 45 миллионов рублей. В таком же размере финансирование предоставит правительство Архангельской области. Я единственное хотел бы поблагодарить, конечно же, правительство области, профильное министерство в поддержке наших начинаний, поскольку изначально казалось, что это будет довольно-таки сложно. Сложно будет в первую очередь найти поддержку. Но поддержка была стопроцентная, поэтому сегодня мы видим результат. Вернее, нет, сегодня мы видим только начало большой работы, которая предстоит сделать. Также при участии Архангельского ЦБК в центре «Профипром» сформируют управленческую структуру по подготовке кадров для лесопромышленного комплекса. Алексей Приминин, Александр Богданович, Регион 29.